Всем привет! Вы смотрите мини-гайд по Altis Life. Давайте кратко разберемся, чем интересен данный мод. Во-первых, что здесь есть? Кастомизация персонажа, большое количество игроков, и в местных магазинах можно купить практически все, что угодно, все, что нужно для приключений, и не только. Это разная одежда, костюмы, очки, рюкзаки, машины, вертолеты, самолеты, лодки, оружие и так далее. Даже при желании можно достать танк. Если коротко, то есть три основные стороны. Это бандиты, полицейские и обычные граждане, которые занимаются своими делами, из которых уже могут формироваться медики, таксисты, пресса, правительство и так далее. Бандиты занимаются непосредственно криминалом. Это может быть война за территорию, ограбление банков, похищение людей или продажа тех же наркотиков. Полиция, разумеется, все это должна пресекать и, как правило, имеет самую лучшую боевую технику и вооружение на сервере. В общем, каждый по-своему играет в Altis Life, и все зависит только от вашей фантазии. Итак, давайте разберемся, что тут у нас происходит. Все вновь прибывшие попадают в город под названием Кавала. Открываем карту на кнопку M и изучаем город. Вот, допустим, все вот эти зеленые штуки – это банкоматы. Там можно хранить или обналичивать ваши деньги. Думаю, не стоит объяснять, для чего это нужно. После смерти наличные, как и все ваши вещи, с вас выпадают, а деньги, которые у вас в этот момент находились на счете в банке, сохраняются. Так что рекомендую все лишние деньги переводить к себе на счет в банк. Первым делом рекомендую вам получить водительские права. Для этого нужно отправиться в автошколу и сдать два экзамена. Ну, по сути, как в реальной жизни. Это теория и практика. После того, как вы получите права, вы можете купить свой первый транспорт. Выбор тут довольно-таки большой, начиная от различных квадроциклов, заканчивая огромными грузовиками. Но тут уже каждый сам решает для себя, что и как и для каких целей ему нужно покупать. Если вы собрались заниматься криминалом, то вам понадобится довольно-таки быстрая и крепкая машина, желательно с тонированными стеклами, чтобы полиция не сразу смогла заметить ваше оружие. Ну а если собрались заниматься, допустим, той же добычей каких-нибудь минералов, то понадобится совершенно противоположная машина, например, огромный и вместительный грузовик. Вообще, есть множество других, так скажем, альтернативных способов заработка, например, те же грузоперевозки. Можете прийти на резиденцию губернатора и взять контракт на доставку некого груза. Вам, собственно, выдадут машину и груз, и после завершения этой работы вам переведут неплохую сумму денег. Есть еще множество способов поднять денег, но про это я расскажу чуть позже. Со временем у каждого игрока возникает вопрос, а куда мне эти деньги тратить? Кто-то начинает покупать целый автопарк бесполезных автомобилей, кто-то покупает грузовики, а кто-то просто покупает оружие для криминала. Но лично я рекомендую первые ваши деньги потратить немного иначе. Я вам советую купить ваш первый небольшой дом. Всего вы можете иметь до 4 домов, и все они могут отличаться своими размерами, вместительностью и, разумеется, ценником. Но для чего это нужно? Во-первых, вы можете хранить там свои личные вещи, устанавливать в нем мебель, микроволновки, холодильники, сейфы и так далее. Но то, что я вам порекомендую сделать, это накопить на вашу первую майнинг-ферму. В нее можно установить видеокарты, чем больше, тем, разумеется, лучше. И при запуске она будет приносить вам биткоины, такой некий пассивный доход. Независимо от того, есть вы на сервере в это время или нет. На мой взгляд, это один из лучших пассивных способов заработка. И если собрать достаточно мощную ферму, а то их и несколько, то можно вообще не работать и просто время от времени забирать биткоины и продавать их. Вообще зарабатывать можно по-разному. Но если вы один из тех, кто решил пойти по пути криминала, то вот несколько примеров, как можно заработать деньги, играя за того же бандита. Ну, во-первых, вы можете просто грабить людей. Приказать им отдать все деньги, вещи или часть груза, которые они могут перевозить, а потом благополучно все это где-нибудь продать. Вы также можете взять заложники членов правительства или полицейских, потом уже потребовать деньги за выкуп, ну или исполнить любое ваше требование взамен на их жизни. Можете заниматься угоном машин, взломом домов или ограблением тех же банков. Как вы понимаете, способы разные, но если вас поймает полиция, то вам придется отвечать за все ваши злодеяния. В лучшем случае вы можете отделаться большим штрафом, а в худшем вас могут отправить в самую охраняемую тюрьму острова. Кстати, есть два варианта тюрем, это обычная и тюрьма так называемого строгого режима.
Что самое классное, так это то, что из каждой из тюрем вы можете сбежать. Сделать это непросто, но хотя бы один раз в жизни я вам советую это попробовать. Это очень прикольно, такие классные ощущения, когда вы сбегаете, например, из тюрьмы строгого режима, которая расположена в некой аномальной зоне, и на каждом шагу вас поджидают мутанты, охотники за головами и смерть. В общем, очень рекомендую хотя бы один раз в жизни сбежать из этой тюрьмы. Ощущение непередаваемое. По поводу аномальной зоны, в общем-то, где и находится тюрьма строгого режима. Время от времени туда ходят многие игроки в поисках интересных артефактов, которые можно продать за большие деньги. Но идти туда нужно подготовленным, в специальном костюме с оружием. Если вас там вырубят мутанты, то медики, скорее всего, не смогут вам никак там помочь, и вы просто умрете. Так что лучше туда ходить в группе таких же искателей приключений, чтобы, если что, могли они вас как-то подстраховать. Сейчас я про все это говорю очень поверхностно, но в Altis Life есть куча разных нюансов. Вот некоторые важные моменты, которые вам стоит знать. Как только вы первый раз прилетаете на остров, ваш персонаж ничего не умеет. Для этого тут есть такая некая прокачка навыков. Например, вы не можете добывать сразу дорогие алмазы на той же шахте, так как просто, ну, не умеете этого делать, и первое время вы будете добывать какой-нибудь уголь. То же самое с рыбалкой. Вы не сможете ловить сразу редкую рыбу, нужно будет какое-то время, чтобы прокачать ваши умения. В криминале то же самое. Вы не сможете угнать машину с первого раза. Нужно будет сделать определенное количество попыток, взломать немало отмычек, чтобы взломать двери автомобиля и благополучно уехать. В общем, почти каждое действие требует определенного уровня прокачки вашего навыка. Но про такие банальные вещи, то, что вашему персонажу нужно есть и пить, думаю, рассказывать нет никакого смысла, это и так все понятно. Персонаж может заболеть, его придется лечить, или про то, что машинам требуется ремонт и топливо. Если ваша машина будет уничтожена, то вы уже ее никак не восстановите, и придется покупать новую. Самое главное, что нужно знать, это правила сервера. На эту тему у меня есть вообще отдельный видеоролик, ссылка, если что, есть в описании. Но также я рекомендую прочитать правила самого сервера перед тем, как вообще заходить в Altis Life. Хочу сказать от себя, играйте так, чтобы тому, с кем вы взаимодействуете, тоже было интересно. Потому что все эти деньги, машины, какие-то там высокие должности, это все полная херня. Самое главное, чтобы был интересный процесс для вас и окружающих. Все остальное это не важно. Люди тут стараются отыгрывать свои роли и играть в симулятор такой некой жизни на острове. В принципе, получается неплохо. Ну и разумеется, мудаков, конечно же, тоже хватает, которые стреляют по всем подряд. С ними периодически приходится сталкиваться. Вообще, что происходит с теми, кто нарушает все эти правила? У полицейских и медиков есть свой некий черный список, куда попадают игроки, которые убивают игроков без причин. Им могут выписать штраф, или посадить в тюрьму, ну или выдать же бан на несколько дней или вообще пермамент, в зависимости от того, как вел себя игрок. В общем, мод интересный, всем рекомендую поиграть, надеюсь, немного помог разобраться, что к чему и зачем. Также у меня есть свой промокод на этом сервере, Blackstone маленькими буквами. Можете ввести это в личном кабинете, дает при старте 100 тысяч долларов, VIP-5 на 5 дней и машину Chevrolet Chevelle SS, которая появится в вашем гараже после активации. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях под этим видео. Спасибо, что посмотрели, увидимся с вами в следующий раз, всем удачи, всем пока. Улыбайся, это остров Altis, слышишь? Ты теперь в кафале выпей.